Дмитрия Александровича Зайцева из станицы Казанской. От всей души с днем рождения поздравляют мама, папа, брат Герман с семьей. Сколько в жизни всего происходит, и меняются люди 100 крат, и с друзьями теряются связи. Ну а брат остается, он брат, понимающий, добрый, любимый, жизнерадостный и заводной. Мы хотим, чтобы ты был здоровый, энергичный, веселый такой, и чтоб много еще дней рождения отмечали мы вместе с тобой. Сегодня день рождения. Извини, что снова далеко я, но и врозь всегда мы вместе. Ты моя кровь, брат мой. Ты зимой рожденная осенней, никогда мне не найти покоя. Потому вот я бываю резок порой. Брат мой, нас судьба немного разлучила, но, Димчик, мы одни на белом свете. Нам всегда стоять с тобой спиной к спине. Брат мой, ну давай померяемся силой. Руку ставь на стол, а мне не светит. Старший должен быть всегда немного сильней. Ты приснись мне этой ночью, старший мой брат. Будет завтра путь короче снова на трап. Пару любит лебедь, и мне спокойней в небе, когда мы будем вместе с утра, брат мой. Счастья долгих лет тебе желаю, ну а коль судьба натянет вожжи и слетится справить тризну нам воронье, брат мой. Свято место пусто не бывает, но твое занять никто не сможет. И свободным я надеюсь будет мое, а я играл в твои игрушки, старший мой брат. Я всегда был чуть послушней, ты всегда прав. Редки были ссоры, и вот тебе за 40, а все как будто было вчера. Я играл в твои игрушки, старший мой брат. Я всегда был чуть послушней, ты всегда прав. Редки были ссоры, и вот тебе за 40, а все как будто было вчера, брат мой, брат мой, брат мой. У тебя сегодня день рождения, мама, как обычно, стол накроет, и отец наш скажет, как всегда, пару слов. Ты приснись мне этой ночью, взрослый мой брат. Будет завтра путь короче снова на трап. Пару любит лебедь, и мне спокойней в небе, когда